Всем привет! Продолжаем бродить по сюжетам картин, скульптур. Прозерпина. Прозерпина – греческая Парсифона, дочь богини плодородия Деметры и Зевса. Однажды Персифона вместе с подругами собирала на лугу цветы. Но вдруг разверлась земля, появился Аид, а Аид или Плутон, или по-гречески и римскому Орк – это бог подземного царства. Так вот, появился Аид, запряженный 4 конями колесницы, и умчал ее в подземное царство. Она была красивая, где горе и тяжкие стоны. Деметра, покинув Олимп, всюду безуспешно искала дочь. В отчаянии она перестала заботиться об урожае. На земле наступил голод, всему живому грозила гибель. И, ну, естественно, тогда Зевс решил вернуть Парсифону матери. Но прежде чем исполнить приказ громовержца, Аид, а он, конечно же, подчинялся Зевсу, дал Персифоне проглотить несколько зерен граната. А гранат считался символом брака. Она стала властительницей царства теней и не могла навсегда покинуть своего супруга. Вняв мольбам Деметры, боги решили, что Персифона будет проводить 2/3 года на земле с матерью, а 1/3 года под землей с Аидом. Ну, собственно говоря, по представлению древних, это влекло за собой смену времени года, уход и возвращение Персифоны. 2/3 на земле с матерью, а 1/3 под землей с Аидом. Вот посмотрите скульптуры и картины, касаемые этого мифа. Все, всем пока, всем привет. Узнали, кто такая Прозерпина или Персифона, дочь богини и плодородия Деметры и Зевса. Все, пока, всем привет.